взвешивания из трех одинаковых по виду колец одно несколько легче других, имеющих одинаковые массы. За одно взвешивание найти более легкое кольцо. То есть в чем история? Нам дали три кольца. Известно, что одно легкое, а два других одного и того же веса. Требуется при помощи одного взвешивания выделить. Пожалуйста. Мы возьмем, предположим, на одну чашу весов одно кольцо, другое кольцо на другую чашу весов, и третье останется. Если одна из чаш будет перевешивать, значит кольцо... Значит, мы уже нашли легкое кольцо. Да. То, которое легче, оно и есть легкое. А если одного веса? А если одного веса, то то, которое мы отложили, будет самым легким. Молодец. Абсолютно правильное решение. Абсолютно правильное решение. Взвешиваем два любых кольца. И если одинаковые массы одни, значит, третье кольцо легкое. Если какое-то перевесило, ну, соответственно,